Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение курса «Вспомогательные исторические дисциплины». Совсем недавно мы с вами завершили изучение первого блока или модуля курса под названием «Историческая хронология». Я надеюсь, что вы теперь гораздо больше знаете, да, о хронологии как науке, об исторической хронологии, о астрономических основах календаря, о разных системах отчета времени у разных народов, о календарях, об эрах и многих других интересных вещах, о которых мы говорили на предыдущих лекциях. Сегодня мы начинаем изучение второго блока или модуля нашего курса, тоже не менее интересного, на мой взгляд, под названием «Историческая метрология». Сегодня мы с вами рассмотрим первую из трех лекций по этому разделу курса. И план нашей лекции таков. Мы рассмотрим вопрос о том, что такое метрология как наука. Затем мы рассмотрим вопрос о том, что такое историческая метрология, что она себя представляет как вспомогательная историческая дисциплина. Я хочу обратить ваше внимание на список рекомендуемой литературы к данной теме. Это учебник Леонтьева «Шорин Кобрин. Вспомогательные исторические дисциплины. Москва, 2015 год издания». Это введение в специальные исторические дисциплины, учебное пособие, Москва, 90-й год. Это учебное пособие же для студентов высшего образования Абрамовой, вспомогательные исторические дисциплины, Москва, 2011 год. А вот более конкретная литература. Это Каменцева и Устюгов, книжка под названием «Русская метрология». А также Хинц, автор «Мусульманские меры и веса» с переводом в метрическую систему. Книжки изданы давно, еще в 70-е годы 20 века, но, к сожалению, более нового, именно такого конкретного, так сказать, по метрологии, видимо, к сожалению, пока еще не издано. Итак, цель нашей лекции сегодня — рассмотреть вопрос о том, что такое метрология и историческая метрология как вспомогательная историческая дисциплина. Итак, метрология – это наука о мерах. Наименование происходит от двух греческих слов – метрон – мера и логос – слово учения. Да? Итак, метрон – мера, да? Главное содержание этого термина. В настоящее время различают две самостоятельные отрасли метрологии. Первая обслуживает современную промышленность, науку, повседневные потребности человека. Она разрабатывает новые методики измерений, с помощью которых последняя приобретает высокую точность. Кроме того, неотъемлемой частью этой работы является создание все более совершенных образцов измерения, так называемых эталонов. Обращаю ваше внимание на появление в тексте лекции термина «эталон». Да? То есть уже был термин «метрология» и второй термин «эталон». Это совершенный образец измерения. Есть эталон метра, есть эталон килограмма и множество других эталонов. Эти все эталоны находятся в ведении специальной службы метрологического стандарта, имеющейся в каждой стране, и служат основой для изготовления мер. От простой школьной линейки или гири, которую используют на рынке, да, при взвешивании, до точнейших измерительных инструментов. Но нас больше с вами интересует другая отрасль метрологии – историческая метрология. Историческая метрология – это вспомогательная историческая дисциплина, задачей которой является изучение процесса возникновения и развития отдельных мер и метрических систем прошлого и настоящего. Итак, мы должны с вами изучить, согласно этому определению, изучить процесс возникновения и развития отдельных мер и метрических систем в прошлом и вплоть до нашего времени. Итак, эта наука исследует происхождение очень многих интересных вещей, в частности, название мер, их происхождение названия мер, соотношение мер между собой, стремится установить реальное содержание этих мер, то есть выражение через современные аналогичные меры. Историческая метрология изучает меры длины, сыпучих и жидких тел, веса, объема, поверхности и так далее. В то же время в поле зрения исторической метрологии находятся и единицы денежного счета, единицы налогового обложения. Первые тесно связаны с единицами веса, а вторые с мерами поверхности. Как и любая другая историческая наука, историческая метрология разрабатывает свой инструментарий исследования. Важное место в нем отводится сравнительно историческому методу.
Итак, смотрите, мы берем книжку о прошлом какую-нибудь, да, может быть, исторический роман, историческое исследование и так далее, и там встречаем разного рода меры. И мы должны сравнить их с современными. То есть, сколько это вот в настоящий момент. Итак, смотрите, вот у меня в руках книга Бушкова, «Д'Артаньян, гвардеец, кардинала», как-то мною уже упоминавшаяся. И здесь, в этой книге, есть несколько закладок, где я отмечал упоминания различного рода интересных других мер. Книга о Франции, поэтому здесь французские меры. Итак, в данном случае мы смотрим, что здесь упоминается конь Бернский мерин, 14 лет от роду, желтовато-рыжей масти. Он едва трусил, опустив морду ниже колен, но все же способен был покрыть за день расстояние 8 лье. Итак, вот есть старая усталая лошадь, которая проходит в день, тем не менее, 8 лье. Сколько это, много или мало, как вы думаете? На самом деле, лье – это старинная французская мера длины, около 4 километров. 84,32, значит, лошадь в день могла, тем не менее, так сказать, пробегать порядка 32 километров. А теперь вспомним, где еще, в какой книжке, прямо в названии, встречается слово «лье». Это Жюль Верн, да, выдающийся писатель, фантаст, который написал замечательную книгу о подводной лодке под названием «Наутилус», о путешествиях, приключениях, да, людей, которые были экипажем этой подводной лодки. И книга называется «80 тысяч лье под водой». Вот можете сами мысленно, да, умножить 80 тысяч на 4 километра, и вот какое огромное расстояние получится при этом. Да? 320 тысяч километров. Вот столько под водой прошла в романе Жюля Верна подводная лодка под названием «Наутилус». Еще один небольшой пример из этой книжки. Открываем другую страницу, и здесь упоминается видный бравый мужчина, который был бравым румяным усатым, ростом едва ли не в 6 парижских футов. То есть высокого роста 6 парижских футов. Вот сколько это интересно, да? Смотрим, парижский фут 32,5 сантиметра. Ну, знаете, он был где-то под 1,93 метра, 1,94 метра, да? Говоря современным языком. Вот что такое под 6 парижских футов. Значит, я думаю, немножко за 1,90 метра. Вот так вот мы читаем книгу, да, и сразу в ней встречаются нам какие-то интересные меры длины, которые мы можем перевести в современные и получить представление о том, что эти меры длины на самом деле означают. Занимая важное место в ряду специальных исторических дисциплин, историческая метрология, с одной стороны, служит целям установления подлинности и достоверности исторического источника. Без нее полноценная критика источника невозможна. С другой стороны, историческая метрология дает в руки исследователя неоценимые данные, без которых вряд ли возможно решение крупнейших проблем социально-экономического характера. Например, встречая в источниках указания о налогообложении, выдаче жалования, покупке каких-либо товаров, мы стоим перед необходимостью сформировать адекватное представление о реальных размерах упоминаемых величин. Для этого нужно перевести их в современную метрическую систему, а также определить стоимостное выражение. Итак, знания основ метрологии, умение применять эти знания в своей работе, безусловно, важны для историка, будь он учителем или исследователем. Идем дальше. С незапамятных времен человек испытывал необходимость что-либо измерять. Это было связано с его жизненными потребностями. Без простейших измерений или понятия о них невозможно изготовить орудия труда, построить жилище, определить границы охотничьих угодий, составить представление о численности семьи, племени и так далее. Изучение проблемы показало, что независимо от места проживания, племенной принадлежности или иных обстоятельств издревле до возникновения точных мер, люди пользовались мерами неопределенными. Итак, есть точные меры, есть меры неточные, неопределенные меры. Это явление наблюдается и тогда, когда тот или иной народ переходил к эпохе государственности и создавал систему мер определенных, регламентированных, как правило, властью.
Если возьмем в качестве примера историю древнерусского государства, видно, что в истории Киевской Руси были известны такие неопределенные меры, которые дошли из далекого прошлого. Эти меры сейчас практически невозможно обозначить, перевести в современные с достаточной точностью. Я вот называл некоторые из этих неопределенных мер. Допустим, это перестрел. Расстояние, которое пролетает стрела, выпущенная из лука. Вот тут возникает размер, да? Какова величина лука? Большой, маленький, так сказать, туго натянутый, не туго натянутый. А что там за стрела? Далеко она может пролететь, не очень далеко. А и что за стрелок стреляет из этого лука? Сильный это человек, очень сильный, или может быть человек не очень сильный, соответственно, стрела может пролететь, да? И 50 метров, и 100, и 200, да, собственно говоря. Кроме того, еще такая неопределенная мера существовала, как вержение камня. Вержение в переводе со старославянского это бросок. Также бросок камня. Но опять же, какой величины камень, какой тяжести, да? Кто бросает его? Подросток, взрослый человек, так сказать. Сильный это человек, не очень сильный человек, да? Какова там длина руки этого человека, размах плеча и прочее, прочее. То есть это, как вы понимаете, совершенно неопределенная мера длины, то есть непонятно, насколько полетит в данном случае какой-либо камень. И, допустим, были такие неопределенные меры, как день пешего пути и день конного пути. Опять же, день пешего пути. Быстро идет человек, средним темпом или медленно, да? День конного пути. Лошадь идет легко, рысью, как бы, так сказать, на скорости. Это сытая лошадь, так сказать, ухоженная, или это усталая лошадь, раненая, так сказать, которая еле ползет, допустим, да, которая передвигается очень медленно. То есть это тоже все меры неопределенные. При отсутствии точных указаний на содержание упомянутых мер невозможно остановиться на каком-то одном мнении об их величине. Да? Как я уже говорил, расстояние, которое пролетит камень, так сказать, зависит от величины камня, от силы бросающего, даже, знаете, от погодных условий, так сказать, в которых совершается бросок и так далее. Да? То же самое и связано с выстрелом из лука. Вот, от многих факторов здесь зависит длина полета стрелы. И, собственно говоря, аналогичный подход к определению дня пути. Да? Надо сказать, что здесь обычно принимаются какие-то средние величины, хотя и без каких-либо достаточных оснований. Согласно данным современной исторической метеорологии, в Киевской Руси существовали 5, локоть, сажень разных размеров, а также верста. Первая 5, или простая, или малая, это расстояние от конца вытянутого большого пальца до конца указательного пальца. Вот это вот расстояние. Вот оно. Это простая или малая 5, она обычно равнялась длине 19 сантиметров. А вторая 5, или великая 5, она равнялась расстоянию между концами большого пальца и мизинца. То есть вот это вот расстояние, вот оно гораздо, ну не гораздо, но больше, да, это 22-23 сантиметра. Вот. Величина локтя или сажени зависит от того, какая именно 5 была положена в основу. Как правило, локоть определялся расстоянием локтевого сгиба до конца среднего пальца. Вот он дальше всего выдается на ладони. Вот локоть. От конца локтя до конца среднего пальца. И, естественно, была такая мера длины, как сажень. Была простая или прямая сажень. Это расстояние между большими пальцами, вытянутых в сторону рук человека. Это была простая или прямая сажень. Обычно это 152 сантиметра. А также была еще мерная или маховая сажень. Она была равна расстоянию между кончиками пальцев рук, вытянутых в стороны. И были еще также косые сажени. Это расстояние от пальцев ноги до конца пальцев, вытянутые вверх по диагонали руки. Надо сказать, что самая длинная, так сказать, единица длины в Древней Руси была верста. Верста равнялась 750 саженям. То есть это что-то порядка 1,2-1,3 километра. Можно более точно постараться посчитать. Вот. И, в принципе, вот, наверное, это практически все, что я хотел вам сегодня рассказать по этим вопросам, которые поставлены в плане. Вот. На следующем занятии мы разберем вопрос метрическая система мер. Вот. А сейчас напоследок несколько контрольных вопросов. Первый. Что изучает метрология? Второе. Что такое эталон? Третий вопрос. Какие неопределенные меры вы знаете? Четвертый вопрос. 80 тысяч лье, которые я упоминал в книге Жюль Верна, это сколько километров? Посчитайте, пожалуйста. И чему была равна верста?
На этом все. Благодарю вас за внимание.